семьи, любви и верности. Наверное, самое главное в жизни человека – это то, что вы пронесли через многие годы. Это сохранение семьи. Через год супруги Зои Михайловны и Михаил Афанасьевич будут отмечать благодатную свадьбу. Вместе они уже 69 лет. Женились через год после окончания Великой Отечественной войны. Оба ветерана войны и труда. Михаил Афанасьевич проработал в отрасли связи более 40 лет. Зоя Михайловна по профессии бухгалтер. Ее рабочий стаж 30 лет. Чуткое трепетное отношение супругов друг к другу позволило им добиться всего, что они хотели. Супружеские отношения очень хорошие. И при том, столько лет мы друг друга уважаем, любим, даже вот так. У нас уже правнуки растут, и правнучка есть, и 4 правнука, и своих детей, троих вырастили. Но я люблю тебя. Люблю сильнее, чем прежде. И как тогда у нас кружится голова. Покровителями семейного счастья в России считают Петра и Февронию Муромских. Их история любви стала примером для других пар. Лики святых изображены на одной из сторон медали. На другой помещен символ любви – ромашка. Ромашка – это самый, наверное, распространенный цветок на нашей необъятной родине. И он издан у людей, ассоциируется именно с темой любви. То есть по ромашке гадают – любит, не любит. Всего же в Карелии будет вручено 70 медалей. Медали выдают супружеским парам, которые прожили вместе более 25 лет и сумели заслужить своим авторитетом уважение среди горожан, общественных организаций или органов правительства. Дина Тазан, Александр Борисов, телеканал «Ника плюс».